Для выбора десногорцам было предложено три направления для благоустройства главного парка города. Именно здесь проходят все массовые мероприятия. Голосовали за реконструкцию фонтана, сцены и за установку детской игровой площадки с резиновым покрытием. Всего на 15 февраля проголосовали по проекту 1005 человек. Из них 492 голоса были отданы за реконструкцию фонтана с освещением. Вот и фонтан можно было бы, и игровой комплекс. А игровой комплекс где? С резиновым покрытием в центре. Угу. Значит, игровой комплекс. Почему? Потому что деток много. Может, только фонтан, конечно. Все-таки мы здесь как-то больше отдыхаем. С итогами голосования мы познакомим вас в нашем следующем выпуске «День за днем».